У нас таких моментов было несколько в истории России. Вот. Одна победа была добыта вот в 45-м году, а вторая, и за этим тоже стояли и огромные труды, и жертвы, и погибшие люди. А вторая победа была 12 апреля 61 года. Вот тогда весь народ выскочил на улицы. Никто никого не организовывал. Стихийные демонстрации по всей стране. Это вот было время, когда то, о чем Пушкин писал, время славы и восторга, как сильно бились в это время сердца людей при слове Отечества. Но таких вот моментов бы в нашей истории еще бы парочку при нашей жизни.